как много православных христиан, которые в результате этого обращения к святителю Николаю получали. Откуда эта сила? Откуда эта значимость, известность святителя Николая? Человеком-то он был обычным. Здесь, в этой земле, вырос, жил. Но Господь через подражание Христу, через исполнение заповедей жизни самого святителя Николая даровал ему еще при жизни особую свою божественную помощь, равно как и после смерти, быть помощником ко всем, кто обращается к нему. И это не случайно, потому что сам Господь обещал еще своим ученикам, а следовательно и нам, что по вере нашей будет нам, как Он говорил ученикам, что